Топ-5 советов при переезде. Подпишись, чтобы не пропустить полезные советы и новости из мира недвижимости. Итак, совет номер один. Составьте список дел, которые нужно сделать, и список вещей, которые собираетесь перевести. Совет номер два. Избавьтесь от лишнего и возьмите с собой только то, что будете использовать на новом месте. Продайте или отдайте друзьям или родственникам ненужную мебель, технику или одежду. Совет номер три. Выбирайте небольшие картонные коробки для ваших вещей. В них вмещается достаточно много вещей, и они легко переносятся. А вот большие картонные коробки с тяжелой посудой или техникой могут запросто порваться или развалиться. Совет номер четыре. Перед переездом обязательно подумайте, где будет располагаться ваша мебель. Для этого измерьте и запишите ее размеры. Иначе потом может не хватить нескольких сантиметров, чтобы поставить шкаф или холодильник. И заключительный совет номер пять. Позаботьтесь заранее о том, где будут находиться ваши дети и животные при переезде. Ведь это огромный стресс для маленьких детишек и домашних животных. Постарайтесь оставить ребенка с няней или у родственников, чтобы в день переезда ваш маленький ребенок побыл хотя бы день у них. То же самое относится и к домашним питомцам. А какие советы вы бы дали переезжающим? Пишите свои ответы в комментариях.